Но это, конечно, еще не все. Следующая наша новинка для приставки Дэнди. А давайте вот это. Это вообще очень таинственный картридж. Дело в том, что называется он Сомари. А вот тут написано, что он The Adventurer. Adventurer – это по-нашему, по-русски, такой приключение-искатель, получается. Но пусть вас не смущает изображение здесь нинтендовского суперпопулярного героя Марио. Дело в том, что когда вы вставите этот картридж в приставку, вы безумно удивитесь и будете просто ошеломлены. Дело в том, что... А давайте я вам все это расскажу сейчас, когда вставлю этот картридж в приставку. Сомари. Обладатели приставки Sega в этот момент должны вздрогнуть, схватиться за голову и воскликнуть: «Как? Мы платили такие деньги за свою приставку, любимый картридж, а восьмибитникам все это досталось практически даром? Какая засада!» Не переживайте, дорогие друзья, все-таки Сомари на Дэнди — это не совсем Соник на Сеге. Начнем перечислять отличия и засядем надолго. Вы и сами видите, все другое, но на первый взгляд довольно обескураживают все эти в точности скопированные зоны, острова, подсолнухи и мертвые петли, которые выписывает вездесущий Марио. Человеку с плохим зрением без очков, а такие есть среди нас, можно впарить эту игрушку за 16-битный хит, и он долго будет тыкать кнопки, радуясь, что его приставка неожиданно разбухла. Не в смысле от температуры, а в смысле процессора. Нужная и своевременная игра. В мире шоу-бизнеса, в который входят, конечно, и компьютерные игры, и видеоразвлечения, все так тесно переплетается, что, видите, Соник с Марио, Марио скоро будет бегать с динозаврами, а он уже бегает с динозавром в 16-м выпуске. И как разбираются производители компьютерных игр между собой, как они делят авторские права и доходы, которые получают от производства этих игр, я не знаю. Но, честно говоря, мне даже и, в общем-то, все равно. Да и вам должно быть все равно. Все, что нам нужно, это узнать о новом картридже, достать его где-нибудь, если повезет, у товарища или в школе обменяться с кем-то. Ну, а если таких возможностей нет, то просто его купить, поиграть и все узнать самому. А уж что там с авторскими правами они творят, я даже не знаю.